административный комплекс, он выглядел получше. Так, сразу осматриваемся, осматриваемся, они приходят сюда. Все, то есть забираем здесь. Опа, у нас здесь темпоральная. А, это удар. Атаки у него нет. Давай здесь огнемет поставим. Нет, огнемет мы поставим вот здесь вот. Да. Вот здесь вот мы поставим лазер. И вот здесь мы поставим пулемет, наверное. А темпорально мы будем ставить здесь, мы потом его как раз улучшим, и оно у нас улучшится полностью на весь вот этот круг. Поэтому ожидаем. Сколько нам нужно? 300. Да хрена. То 59. Давай до лазера еще немножко осталось. Все умерли. Башни, размещенные позади других башен, будут обладать ограниченной линией обзора, но это все еще сможет стрелять между препятствиями. Ну, это понятно, да, башня не может стрелять в затылок башни другой, то есть она будет искать вот этот промежуток между башнями, в который она может попасть, и только тогда она начнет стрелять. Ух ты, сколько друганов повалило. Ставим пулик, потому что становится очень жарко. Выжигаем землю здесь, у них под ногами. Так, где там следующая волна? И да, кстати, когда у нас все ядра на месте, то у нас автоматически добавляется там через какой-то промежуток времени по одному ресурсу. Тоже очень прикольно. Темпоральная 300. Блин, ну я не помню, если я вот здесь поставлю, если я все-таки улучшу. Оно захватит вот это кольцо или нет? Но оно должно, по идее. Сейчас, кстати, интересно посмотреть все-таки. Да, оно захватывает нормальный. Но мне нужно 300. Гонщики передвигаются очень быстро. Используйте тепловое оружие, чтобы поджечь их, чтобы они получали урон после того, как выйдут из радиуса какого-то там. Короче, нам нужно 90 сейчас монет еще. Не, ну пока мисс гонщиков нету, да? Давайте набивайте их немножко осталось. Есть, все, это мы улучшили. Теперь у нас пошло оружие. Оружие вперед. Здесь бы я, наверное, поставил бы инферно. Не, ну я не думаю, что у вас что-то получится, ребят. Я думаю, вам стоит это положить на место.
Да, я же сказал, что лучше положить на место. Вот эти броники уже. Итак, вот как работает наше оружие. Видите, они получают волну, с помощью которой они замедляют свой ход. Ударную волну. И у наших пушек есть огромное количество, ну, огромное количество. У нас есть увеличенное количество времени, чтобы нанести максимальное количество урона. То есть я считаю, очень многие здесь получили достаточно. Ну как достаточно? Ну получили, ладно, урона. Ставим лазер. Еще один лазер. Эй, вы что там, ребята? А ну-ка, вернули назад ядра. Так, главное не прозевать вот этот момент. One moment, please. Когда они сейчас начнут быстрее бежать за нашими ядрами. То есть нам надо максимально оттянуть вот этот момент, чтобы наши ядра успели вернуться назад, на базу. Это нормально. Даже если сейчас где-то там сзади схватят одно, то ничего страшного. Все. Так, работаем дальше. Улучшаем башню. Это, в принципе, одно из последних улучшений, те, которые у нас идут на ударную волну. И теперь нам остается максимально углубиться в вооружение. Блин, надо было, наверное, ее все-таки не здесь ставить, а вот где-то здесь поставить. И она бы шикарно бы перекрывала часть круга. Ну, ладно, поставили здесь, ставь здесь. Что там уж? Да, не успели эти даже пройти. Смотрите, как шикарно. Сожгли их нафиг. Все. Так, здесь мы ставим пулик. А здесь мы ставим лазер. Чтобы оно хоть как-то там менялось, чередовалось друг через друга. И теперь вот эту часть, вот эту, нам бы сейчас бы максимально бы улучшить. Потому что это именно входная зона, там, где мы максимально встречаем наших врагов. Просто нужно сейчас набить 300 для Инферно, для огнемета, для нашего. Кстати, катит к нам босс, я смотрю, наверху. Успеем мы до босса улучшить. Блин, прозевал я этот момент. Надо было немножко раньше это сделать. Да, успеем. Сейчас быстрые полетят к нам. Вот они, ласточки эти.
Ну, они тоже быстренько будут получать заряд энергии. И небольшую остановочку. Так, здесь мы улучшаем Инферно сразу. Так, улучшение пулика 200 у нас стоит. Мы сейчас его не улучшим, пока не вольнем вот этого. Точнее, мы вольнем быстрее вот этих, которые сейчас заходят к нам. Ну и с ними как бы будет тяжеловато даже. Есть, улучшаем пулемет, потому что там дальше идет, я смотрю, 4 отряда пехоты. Что у нас по боссу, кстати? Меньше половины, это очень хорошо. Мелкие здесь падают, мелкие падают. 400, да, 400 на лазер нужно. Да у босса не так и много осталось, на самом деле. Носороги тоже сейчас попадают. Один упал. Давайте ускорим немножко, посмотрим. У босса достаточно, конечно. Босс может далековато здесь, зараза, дойти. Вот тут сейчас будет беда, я думаю. Да, босса мы вольнули, и босс передал гад вооружение дальше. Теперь нам нужно максимально вот этих, конечно, сдержать, чтобы они не забрали наши ядра. Ну, носорогу, понятно, уже все. И второму практически тоже все. Здесь, я думаю, они тоже сильно быстро не пробегут. То есть, в принципе, 12 волн уже вот сдержали довольно-таки не кисло. Так, есть. Улучшаем. Улучшаем. Надо постоянно что-то улучшать, что-то улучшать, что-то апгрейдить. Вот этого сейчас как раз можно было бы шикарно вольнуть. Вот в этом промежутке они сейчас успеют ядра вернуться у нас. Так, здесь есть. Здесь уже немножко осталось. О, впереди у нас идет 4 отряда пехоты. Мы видим. 2 босса. И замыкает 2 отряда. 3 отряда пехоты. А может даже 4. Сейчас увидим. Здесь бы я, наверное, тоже все-таки поставил бы Инферно. И сразу бы его, наверное, улучшил бы, если будет такова возможность. Да, возможность есть. Очень хорошо. Двести нужно для пулика, для улучшения. В принципе, это уже у нас практически последняя волна получается, да? Ладно, давайте попытаемся, может, сейчас в промежутке успеем улучшить пулемет. Эти, по идее, не должны дойти. Вот эти уже, да.
Эти уже побыстрее, ребята, движутся. Кстати, я не могу до третьего уровня. Нет, еще недоступно мне. Улучшаем. Улучшаем и строим сразу. А боссы вообще не покоцаны, ребята. Я понимаю, это последняя волна, но боссы вообще не покоцаны. Вы вообще отвлекаетесь не на того, на кого надо. Что вы чудите? Все, здесь мы успели все вернуть, поэтому в любом случае двум боссам надо будет возвращаться полностью. Половина хп-пулечки снесли, это уже радует, поэтому мы сейчас улучшаем лазер. У нас есть такая возможность. Наше термопальное оружие в действие. Темпоральное. Термопальное. Почему я говорю термопальное? Темпоральное. Да, в принципе, пофиг. Вон, чтобы оно сдерживало натиск. Давайте сделаем чуть быстрее. Так, ну первый, понятно, уже не жилет. Все. Верни ядра назад на базу. А второй может даже и дальше первого не дойдет. А он на том же месте умер. В принципе, все. Очень шикарно. Перфект.